Вот это размах! Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Световое решение, отвечающее вашему видению оттенков своей жизни. Стильный и элегантный нейроконнектор «Мысль» заменит вам громоздкие телефоны, неудобные фотографические аппараты, барометр, термометр, компас и даже предоставит вам функцию. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск, председатель горосполкома товарищ... Это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось, и мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините.
уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа.